Здравствуйте, друзья, с вами Борис Оборотов и компания GSMRepeater.ru. Сегодня на рынке, в том числе в ассортименте нашего магазина, представлены десятки, даже сотни различных репитеров сотовой связи. Обычный пользователь быстро теряется в этом многообразии и не может понять, чем эти модели отличаются друг от друга, какая лучше, есть ли вообще между ними разница. В этом коротком видео я попытаюсь объяснить, как с помощью трех простых шагов выбрать подходящий репитер. Поехали! Сегодня в России операторы используют 5 основных частотных диапазонов. Они распределены по разным стандартам. Какие-то частоты применяются для GSM, какие-то для 3G, какие-то для 4G. Некоторые частоты имеют сразу несколько применений и используются операторами одновременно для нескольких стандартов. Перед покупкой репитера вам нужно определиться, что вы хотите усилить, и узнать, какие частоты для этого потребуются. Если вам нужны только звонки, особенно за городом, вам достаточно усилить GSM-связь. Хотите добавить к звонкам интернет, вам нужен 3G репитер. Звонки не так важны, а нужен быстрый интернет в помещении, нужно усиливать 4G. Но как узнать частоты? Конечно, можно попытаться угадать, но есть большой риск промахнуться. Поэтому мы рекомендуем проверить частоту с помощью приложения «Сотовые вышки локатор». Приезжайте на место, где нужно усилить связь, и делайте замер с помощью программы. Замерять обязательно в точке наилучшего приема, где вы будете монтировать уличную антенну. Обычно это балкон, крыша здания или придомовая территория. Например, сейчас у нас смартфон работает в режиме 3G на частоте UMTS 2100. Отталкиваясь от полученной информации, можно начать подбор репитера. Например, вот эта малютка усиливает только GSM на частоте 900 МГц, а вот эта модель уже справится с 3G связью на частоте 2100 МГц. Хотите усилить все и сразу? Вам доступны мультидиапазонные решения, сочетающие разные частоты друг с другом. Сегодня производители предлагают усилители с самыми разными сочетаниями частот, поэтому вы точно сможете подобрать нужный вариант. Однако помните, что чем больше диапазонов усиливает репитер, тем он дороже. Выбирайте модель, исходя из ваших реальных потребностей. Усиливать большое число диапазонов имеет смысл только для коммерческих помещений с высокой проходимостью. Во всех остальных случаях рекомендуем не переплачивать и выбирать репитер конкретно под вашего оператора и ваши задачи – звонки, интернет или и то, и другое. Хорошо, но частоты лишь одна из нескольких ключевых характеристик репитера. Второй по важности параметр – коэффициент усиления. Это то, насколько децибел репитер усилит входящий сигнал. Чем сигнал слабее на улице, тем более производительный вам нужен репитер. Начальные модели обычно имеют усиление 65 дБ, более мощные 70 или 75 дБ. Самые мощные могут усилить до 80 дБ и более. Вместе с ростом усиления растет и выходная мощность. Эти параметры обычно взаимосвязаны. Условно можно считать, что выходная мощность репитера в милливаттах соответствует площади покрытия в метрах квадратных. Конечно, это условность, ведь площадь покрытия также будет зависеть от уровня входящего сигнала и планировки помещения, но для бытовых расчетов этим можно пренебречь. Поэтому, если у вас маленькое помещение, например, на 100 метров квадратных, достаточно купить базовую модель на 50-100 мВт. Для офиса площадью 300-400 метров уже нужно решение посерьезнее на 300-400 мВт. А для частных домов или предприятий придется приобрести модель с максимальной мощностью на 1000 или 2000 мВт. Существуют и более мощные репитеры, которые называются промышленными. Они дорогие, тяжелые и используются на самых крупных объектах. Например, когда сотовую связь нужно усилить в целом торговом центре, на строительной площадке или спортивном стадионе. Итак, вы определились и со стандартами, и с мощностью. Но теперь нужно выбрать производителя. Марок очень много. На столе у нас лежат репитеры российской компании Baltic Signal. В продаже имеются и другие бренды. Главное при выборе – всегда покупайте репитер с отечественной гарантией. Поверьте, выслать оборудование на ремонт за границу – не самое большое удовольствие, даже если это и позволит сэкономить некоторую сумму денег. Самое неприятное – это заплатить и получить неработающее устройство.
Также производители пытаются привлечь потребителя дополнительными функциями и удобствами. Например, более дорогие репитеры могут оснащаться ЖК-экраном и автоматической регулировкой. Другие модели могут иметь более строгий профессиональный дизайн со светодиодными индикаторами. Индикаторы и наличие регулировки обычно упрощают настройку репитера. Сейчас это, безусловно, тренд. Перечисленные три шага вам помогут выбрать правильный репитер. Однако одного лишь репитера для усиления связи недостаточно. Вам также потребуются антенны. Кстати, совсем недавно на нашем канале выходило видео на эту тему. Рекомендую посмотреть его вот здесь. Ну а на этой ноте я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья!